Так. Еще одна фигурка. Это из фильма «Черная пантера», получается. Это, по-моему, противник главного героя. Что там было двое. Что вот здесь сразу покажу. Прикольные такие одеяния, золотые, как бы. Цепь идет, на ногах пояс. Такие вот по бокам вот эти части, это типа незаметный кусочек, то есть тронит, это талия здесь так нарисована. Вот, такой стройный дядечка. Тоже здесь какие-то, ну как, не тряпки, а не знаю, как это назвать, повязки. По бокам здесь на торсе видны как раз такие пластины, да, что супер костюм, ожерелье. И по лицу можно посмотреть, тут такие вот точечки африканские у него получается на бороде. Тоже какие-то два, что-то типа как клыка, и на губе видно такое как типа кольцо или что это такое. В общем, прикольное такое достаточно лицо. На руки здесь, видимо, ему одеваются такие части в виде пантеры. Что он здесь открыт, такой получается рот. Сейчас посмотрим. Так, по голове, кстати, прикольно здесь такой вот. Сейчас оденем сразу. Вот. Такая интересная прическа. Сверху афро. Такие вот волосы заплетены здесь в косички. Так, по рукам. По рукам непонятно. Либо на руки одеваются вот такие вот элементы. Здесь, кстати, тоже повязочки, защита. Либо на руку одевается такой вот элемент из пантеры, который, видимо, вот стреляет. Может, никаких аналогов там для стреляния нет. Хотя в руку, я не знаю, это оденется. Нет, в руку это не одевается. Походу, это аналог просто замена руки. Вот такие вот руки пантеры, которые стреляют. Либо просто классическая рука будет черная. Вот. Можно ему будет дать какое-то оружие. Будь здоров, спасибо. И, возможно, с каким-то оружием. Вот эта штука, конечно, оригинальна, но было бы черным цветом как-то сделано. Еще что-то было бы, наверное, поинтереснее. Хотя необычно, но... Вопрос, кому как собирать. Я бы больше ему дал какую-нибудь палку или еще что-то. Ну, такие вот руки пантеры. Ну, тоже, в принципе, необычно, имеет место быть. Вот. Может, каким-то дротиком или чем он там стрелял, я уже не помню. Либо просто черные руки поставить. Будет хорошо с волосами сочетаться, с темной кожей, с бородой. И какому-нибудь дать ему типа палку или меч. Это было бы даже поинтереснее. Но это тоже необычно.